ваша команда села, вы ушли туда. Жасмина, вы ушли, следующий мяч. Андрея, вы играете. Мячик, не знал, передай, пожалуйста. Девочки, вы готовы? Чемпионки! Но! Ай-яй-яй, Люсики! Врата! И падает! И как рожника. Есть! Стоп! Положи мячик. Девочки переходят сюда. Это вот эти. Вот эти уходят. Ура! Следующие две команды. Жасмина, Аделина, да, Андрея, Олеся, Вадим. Жасмина, идите сюда. Вы готовы? Да. Вы готовы? А кто сказал нет? Это, наверное, она молодец. Хаджина, ей весело в жизни. Сама. Чем ты
что, не закрыл? Подожди. Кто за Георгий? Вы за... Нет? Так вы тоже садитесь? О, наши самых маленьких. Артем, сядьте, пожалуйста. Жасмина, вы выходите. Артемчик, ты сядьте, пожалуйста. Артемчик, сейчас тебе будет темно. Здесь сейчас будет темно. Жасмина, давай свою команду. А можно я? Ну так и ты. Нет, подожди. Ты ушла. Вадим. Готовы? Как во всех играх. Сейчас они играют, потом вы будете. Да, мы тоже говорили. Сейчас мы играем, мы сидим. Они второй раз подряд. Кто? Они! Как? Мы же только против Вики, что играем. Ты, ну, можно не пришел? Хаджина. И не ругаться, ничего бывает. Ну, будет так, что я бью. Пал, вот, сейчас, подожди. Один-ноль, стоп, до второго мяча играем. Как же это? Что? Андрей только здесь сидит. Ничего. Ну, пусть там сидит. Честно? Так, можете там встать? Я, кстати, чтобы... Не, девочки, что вы знаете? Чтобы вы знали, если ты находишься вот здесь, ты никогда не забросишь меня. Никогда. Тебя носом толкнут случайно туда, по шее дадут. Да, оно уходит в сторону, но оно всегда промахивается. Все, приготовились. Аджина, до второго мяча. Аджина. Ну кто будет защищаться? Матея, 2-0. Положили мячик на середину. Следующее. Положили мячик на середину. Будьте следующим, пожалуйста. Петрик. Руслан, прости. Значит так. Вот этого пацана. Вот, Вика, видишь этого пацана? Видишь? Значит, здесь нельзя драться. Нельзя отмахиваться, нельзя ногами бить. Значит, Вика, даю тебе задание. Если у них мячик, ты его держишь. И не пускаешь его туда. Смотри, он будет злиться. Если у вас мячик, ты его не держишь. Если у них мячик, ты его держишь. Хорошо? Не дай Боже, будет драться. Бросать не надо, просто держать. Хорошо? Можно даже папку положить. Аджина! Разошлись. У меня к вам большая просьба. Ко всем. Вот вам и вам. Стоп. Смотри внимательно. Спину толкнул. Там может удариться лицо. То есть лучше положить руку на плечо. Лучше захватить руку. Да? Захватить. Но в спину не толкать. Хорошо? Ну хотя бы потом надо было. Ну не получилось, хотя бы извините. Хорошо? Готовы? Вика, да. Ты его не держала. Аджина. Вика, держи его. Ставай. Еще один мяч. Вика. А почему не держите? Почему он тут не держит? Держи его! Руслана, держи его! Держите!
выиграли, молодцы. Следующие две команды. Как же вы его держите? За ногу. Нет, вы уходите. Артем, вы ушли, Артем, ушли. Вы готовы? Вы не держите, вы играете аккуратно. Хаджина. Ну, что вы стоите, защищаете? Одесса. Сейчас. Пол не считается, положение. Кусами ладно. Это ты у себя. Хаджина. Стоп, стоп. Поставь, пожалуйста. Нет, я прошу. Не надо. Отошли от сюда, вот сюда. Что вы стоите под кольцом? Жасмина, что ты под кольцом? Она стоит, значит, с ней можно стоять или Вадим, или... Хаджина. Ты забыла мяч? Значит, ты должна вставить мяч и там не трогать, а ты их не видишь. Паша! Андрей, кто забивает, тогда все будет хорошо. Один, один. Хаджина. Паш. Защищай. Не давай, Вадим. Не давай. Середину. Команды подходи. Команды построили. Становись. В одну шеренгу. В одну шеренгу встань. Встань там в одну шеренгу. Остальные. В одну шеренгу. Три мяча. Два. Один. Команды ушли. Следующие две команды. Положи мяч. Значит, то, что я говорил, я сказал, вы выполнили. Хорошо? Вот я когда пришел домой, и мама тебе налила кушать, ты не должен садиться и жрать. Ты должен поддержать маму. Понял? Девочки, слушайте меня внимательно. Есть у вас мяч, нет у вас мяча. Одна держит его, одна не может. Понятно? Понятно? Да. И не дай Боже, вы будете драться. Хаджина! Держи его, Слава! Держи! Держи за кортку! Держи! Команды разошлись. Да, будет тяжело. Так, стоп, девочки, стоп. Я вам даю на помощь Вадима. Вадим. Вы забили. Значит, это есть мяч. Вы забили. Готовы? Вот держать одного и второго. Держать. Тихо, держать. Держи ее, Вадим! Держи! Стой!
дочкой, мать, я пошлю. Артём, вы будете играть? Стоп! Ушла? Мячик их? Ага. Будет играть или уйдёте? А можно как мы играем? Это тяжело. Послушай, чем тяжелее, тем лучше. Мы ничего не можем сделать. А вы подумайте, что можно сделать. Вот я могу вам сказать, что можно сделать. Нет. Они забили вам два гола. Смотрите, два гола. Можно забить три, тогда они выиграют. Так тяжело. Вот осталась еще одна минута. Девочки, еще одна минута. Чтобы они по мяч не забили, значит вы должны, ты можешь чуть-чуть пробежать и лечь, и держать мяч. Ты можешь лечь на него. И будет... Стоп, нет, только не сюда, не сюда. А вот так. Сюда. Потому что так я... Нет, так я... Так я буду забирать. Внимание! Так же, раз, два, четыре, пять, шесть. Перешли вот туда. Я же позволю. Да, 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 перешли. Ты не здесь держи, а держи там, хорошо? Потому что там камера не держит. Готовы? Хаджина! Раз. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, аккуратно на ногами, 38, 39, 40, еще 20 секунд. 1, 2, 3, забирайте мяч, 4, 5, 6, 7, 8, 9, еще 10 секунд. Еще 9 секунд, еще 8 секунд, еще 7, еще 6, еще 5, ну, 5, 2, 4 секунды, 3 секунды, 5, 1, стоп, окей, мяч положи, под команду поговори. Но зато вы не проиграли. Заправились, мальчики, зато вы не проиграли. Никто не будет ни на кого это. Да, можно, высадить. Ничья, не высадите. Эти все вышли. Следующее. Вадим, можешь поиграть? Я могу. Нет, нет, там поменьше. Поднимите. Иди поиграй, пожалуйста. Они уже держать не будут. Пир, как скажут тренера, так и будет. Артём, стоп. Значит, еще раз, вы не играете там. Вы, девочки, слушай меня. Вы не играете, не держите, не толкаете, внизу не держите. Вы играете, как всегда играете. Хорошо? Так. Они выиграли. Готовы? Три мяча, кто забьет, тот чемпион. Пожелай. Один, пожалуйста, пояс. Сядь. Я Артем, ты не будешь?